пятницу в Самарской области облачно с прояснениями, плюс 26, днем, ночью 14 выше нуля. Ветер южный 1,5 метр в секунду. В Сызрани ясно, в дневное время плюс 26, ночью плюс 18, ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 27, ночью плюс 18 градусов, южный ветер 3,6 метра в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 27, ночью 15 с плюсом, ветер южный 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 52%, температура воды в реке Волга плюс 16 градусов, геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.